История о российской моде не может быть без упоминания Надежды Ламановой. Задолго до женской эмансипации она смогла построить довольно успешную карьеру и обзавестись капиталом. Она открыла собственный дом мод в центре Москвы и быстро очаровала местную богему. После революции она продолжила работать и создавать одежду уже для нового советского человека. Ламанова ушла от роскошных богатых нарядов в сторону лаконичных прямоугольных силуэтов. И даже стала выпускать инструкцию по созданию своей одежды, а-ля журнал «Бурда» от Ламановой. Законодательница российской моды Надежда Ламанова умерла в октябре 1941 года, но оставила огромное наследие и сделала все возможное, чтобы мода в России была.